Я думаю, что это нормальная затея вообще. У нас осталось немножко табака. Аргилини. И мы хотим сделать что-то типа домашнего табака, поскольку... Аргилини мало. Сколько аргилини мало, да. 25 грамм это не так уж и много. И поэтому мы сегодня курим на коллауде. Потому что вчера Денис его забыл. Такого типа мы будем разыгрывать коллауд. Да. Лучше, чем оригинал. Вот, он не такой похож, он вообще без вот этих вот пупырышек. Табак не будет пригорать. Да. Дырочки в нем. Нержавеющая сталь. В китайских идет ржавеющая сталь. Да, вот мы сейчас делаем... Да, да. Последние аргилини. В общем, табак прикольный. Интересный такой. Интересный. Вот так вот. Да. Драгоценный табак выбрасывает. Нет, хватит лизать табак. Так. Ножик. Табака не очень много, реально. Сейчас. Вообще понтец табака. Я еще не придумал, как я с яблоком делал, с мандаринкой я еще не делал. Мне кажется, можно просто сухую цедру потереть. Да, мне кажется, рычить будет. А мне кажется, нет. Не-не, сухую. Вот здесь сухая? Да. Так, мы нашли сухую цедру лимона, которую Денис уже уронил. Да поставь ее аккуратненько. Да не на эту. На крупную? На вот эту, да. Ну, что, не? Нахрена не терка. Не, да херня будет. Да давай, смотри, нормально она трется, давай. Прям сильно мелкая каша. Ничего давай страшного. Сверху табака будет. Ну вот, видишь? Все, хватит, ты сейчас все пальцы пообламаешь. Мы смешали эту цедру, немножко цедры. Давай теперь свежие добавим. И сейчас еще, наверное, добавим свежие цедры и порежем одну дольку мандарина. Что ты делаешь? Там табак упал. Достань табак. У меня руки грязные, я еще больше оставлю там. Ну что ты такой свинья, а? Попробовал бы сам. Я с радостью. Мокрый. Погнал. Давай, да табак с рук сотри весь, ты шо? Короче, у нас веселое получается сейчас. Надеюсь, мы выставим это видео, поскольку мы можем умереть от таких кальянов. Денис мучает бедный мандарин. Что он тебе сделал? Ну, в общем, это мы тоже сейчас... Еще порежем. Ой. Вот он. Все, мне кажется, хватит. Теперь мелко-мелко. Да нет, это слишком крупно, как по мне. Mm-hmm. Ну, вот так нормально. Как альфакер. Ветки альфакера. Даже не знаю, как назвать это видео. Пишите в комментах, как назвать это видео. Будет без имени. No name hooker. Ну, вот он уже нарезал. Ну, в общем, наверное, норм. Мне кажется, это будет прикольно, поскольку это аргилини... Ух ты. Аргилини... Ананас лайм, плюс еще мандарин, цедра лимона, то это вообще получится что-то страшное. Лимона? Ну, да, это лимонная цедра. Ну, в принципе, все можно забивать в чашу. В общем, сейчас будем забивать. Начал. Вот он уже начал забивать. Наши... Уже и аргилини не видно. Нахуй этот аргилин, давай. Чисто мандарин покурим. Мандарин, да, можно покурить просто. Мандарин. Я даже не знаю, надо делать мандарин в колодец, не надо. Мне кажется, нам надо будет делать колодец. Мне страшно. Кому не страшно? Всем страшно. Ты готов? Баски проигрывать. Это ты мне говоришь, да? Мы сегодня, тебе. Мы сегодня опять собираемся играть в Севу. Вот наше адское пламя. Ставьте лайк, у кого горит конфорка, также друг по-другому. Надо мыть печку. А что, это писечка, да? А что ты делаешь? Уплотнитель. Так там уже был в жопе. Он хуёво, он шатает. Да? Я сейчас сверху отдену вот этого. Он уплотнитель делает. Можно вообще кусок от шланга отрезать и будет тебе уплотнитель? Можно. Он шланг уже скоро закончится такими, блядь, этими. Чтобы он сидеть и так вот трубку, блядь, засунем в этот. Хорошо насадил его? Засадил сучку. Сучку такую крашеную. Вот так все это выглядит.
Ни хера там еще не выглядит. Ну, Дима без футболочки стоит. Давай сделаем наезд. Давай лучше, давай не наезд, а давай ты лучше поможешь это вот все. Нет, давай. Ты чашку не помыл? Блин, начинаешь. Давай, давай, поехали. Ну, а помыть? Я помыл. Что помыл? Магазин. Слышишь, сколько табака еще нужно было передушить? У нас тяжелые времена. Нам никто не спонсирует табак. Кликаем по рекламе, не стесняйтесь. Да, кликаем по рекламе, нам же лучше. Вам же лучше. Там столько всего интересного. Да. Я сам сегодня сидел и кликал. Из 10 аккаунтов. Так, тихо, а то еще YouTube прошарит фишку. Похуй, он хуй клал. Из-за двух дебилов. Я наебался, всю ночь кликал. Молодец, помылся. Так. В общем, будем уже продолжать все. Продолжать все. Уют, пожалуйста. Надо угольки. Какие угольки? Давай, что ты делал? Ничего. Ничего? Ты как бы хомяк сирийский. А что у тебя в руках? Покажи. А что ты там делаешь? Ты что? Да что ты на камеру не покажешь? Ну, тебе что, не нужны просмотры? Тебе нужны просмотры, да? Что ты щипцами в носу поковыряешься? А что у тебя в руке? Ура! Ну что? Как тебе, нормально с кожурой? Я досик? Что-то мне же саму за. Давай киви, сможешь киви, давай. Жалко киви. О, давай лучше лимон. Давай. Да я тоже схавал бы. Готовы, блин. Бля. Что случилось? Зачем? Что ты делаешь? Что, сатану вызывать собрался? Не надо так делать, как у себя дома. У меня дома и корзинка, куда я сбрасываю. Как корзинка? Нахрена? А зачем ты греешь? Угу. Пока этот индивидуум занимается фигней, я буду включать Сегу. Ага, Рейнфорд. Чей это макбук? Сега! И в общем, кальян уже греется. А надо показать, а то скажут, что мы чашу другую поставили. Да, да. Сейчас, блядь, где-то писать. Всё-то на месте. Он уже подгорает чуть-чуть. Мне страшно. В общем, сейчас будем курить. Греется табак 30 секунд. Тяну больше. Ну давай начнем так. Мы будем играть. Дима, давай сыграем. Под что сыграем? Давай. Ты знаешь. Авторские права не будут на эту музыку? А хер его знает. Это что-то странное. Очень странно. Но на самом деле вкус интересный. Есть небольшой вкус такой, ну не печеного мандарина, а теплого мандарина. Теплый. Дымный мандарин какой-то, я не знаю. Ну да. Ну, ой, дыма так. Дым еще ничего нет полного такого прям. Мы его раскуриваем на 6. На 3 углях. О, нормально, дымчик уже идет теперь. Ну да. По чуть-чуть дым появляется. Сейчас буду врубаться в боулинг. Потом фундук. Да. Here comes the money. Я уже проебал ему сколько раз. В боулинг, в баскетбол и в футбол. Мне надоело. Проигрывать. Димон, как кальян? Сойдет. Я думаю, если мы смешали альфакер с мандарином, мы харькались. Да? Да. Я тоже так думаю. Так. Стадион, наверное. Так, кальян получился. Или не получился. Да, не получился. Ставим пальчик вверх. Блин, на паузу.
Пальчик вверх, подписываемся, не забываем про конкурс. На колодку. Что меня дернуло? Да. Ссылки в описании. Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это?